Так, ну что, поехали! Последняя, десятая часть. И мы узнаем, сможем ли мы победить зло. Нужно в больницу. Что? В смысле, в больницу? Тогда мы оба в тюрягу отправим. Никаких больниц. Вот дерьмо. Очевидно же. Ты же понимаешь, что это ловушка? Уходите отсюда. Доус мой. Нет. Давай покончим с ним вместе. Слушай, его нужно пристроить куда-то. Нельзя медлить. Тогда вперед. Эй, мы не у бумера в городе. Ты знаешь подпольных докторов, а он нет. Ты что это задумал? Доус того не стоит. Теперь после всего, что мы сделали, пути назад нет. Доус выследит нас. Он не остановится. Кроме того, я особо опасный беглец, которого ищут в трех штатах. Что мне еще остается делать? Вернись в лодку. Он справится. Черт. Мы хорошо сработали, Ник. Жалко, по-крупному не получилось. В следующий раз получится. Да. В следующий раз. Вечно катастрофа, а, Мендоза? А другой дороги нет? Господа, отчет был бы очень кстати. Я добрался до острова, капитан. Так сойдет? Сойдет.
Как хорошо, что мы на одной частоте. Не опускай! Как ты, сынок? Расскажу, когда увидимся. Стой, где стоишь? Да. Рассредоточьтесь. Эй, вот дерьмо. Да как ты и не думал особо об этом, капитан? Нет, не думал.
сюда! Погнали! Ну да, типа того. Знаешь что, жду не дождусь встретиться с тобой снова. Что-то мне подсказывает, ты еще передумаешь. Кстати, клевый особняк. Кто этот чувак?
Эй, подними руки! Здесь ничего. В чем дело? А? Что это было? Туда! Туда! Выкурить этих ублюдков! Вон он! У него совсем крыша двинулась. Вот он! Я не вижу его. Сюда! Вот ублюдок. Берегись! Мы взяли его. Туда! Туда! Видите его? Ну давай уже! Я попал! Вот тебе! Сюда! Берегись! Где он? Так вот он чего нужен! В него попали! Мы взяли его! Давай, ну-ка! А черт! Этого снял! Куда он пропал? Давай! Что это было? Эй, что это? Никто не должен скрыться. Ладно, я тут подожду. Ищите дальше. Здесь кто-то есть. Эй, там проверили?
Если увидите кого-то, пристрелите. Тут что-то было. Будьте бдительны. Смотрите там. Проверьте там. Не спать. Что-то опускается. Тут что-то не так. Ищите везде.
Эти, разбираться будем потом. Не теряйте бдительности. Я же слышал. Будьте готовы ко всему. Проверьте тут все. Тут тихо. Эй! Сюда!
Близко двинулась. Я не пошли! Поздно уже. Не буду дверь закрывать. Потрясающая техника, но это совсем ни к чему, детектив. Я безоружен. Очень сомневаюсь. Эй! Эй! Подними руки, чтобы я их видел. Да брось, Ник. Что ты сделаешь? Арестуешь меня? Раньше бы так и сделал. Да. Я видел, как это было со Стоддардом. Да, а потом пролетел через всю страну, чтобы грабануть меня. Возможно, ты самый жестокий подонок, с которым мне довелось иметь дело. Но я все равно не верю, что у тебя хватит духу застрелить безоружного. Если бы ты и правда хотел убить меня, то давно бы уже это сделал. Так что тебе надо, Ник? А что предложишь? Наконец-то ты стал задавать правильные вопросы, Ник. Что ты предлагаешь? Просто весь мир. Помоги мне провернуть операцию. Потом приди на смену, когда я уйду. Похоже, я выявил пару-тройку дырок в твоем бизнес-плане. И кто же заткнет их? Ник, ты пришел один. Интересно, почему? Моим друзьям надо быть в другом месте. Нет, ты прогнал их. Вот ты и самоопределился наконец-то. Ты больше бандит, чем коп. Знаешь... Ты прав. Ха-ха-ха!
Как твоя мама поживает, Ник? Скажи мне, Ник, удивился ли я, когда ты спустил курок? Возле моего стола шкаф с книгами. За ним проход. Открой его. Я подставил тебя, потому что не думал, что ты прагматик. Хорошие парни ими не бывают. Я пригласил тебя сюда, так как надеялся, что я был неправ, что тебя можно использовать снова. Видишь, какие взятки мне давали? Льготы, деньги. Нет. Ты будешь в шоке, если узнаешь, насколько быстро взаимодействуют копы, с которыми я работал. Я имею в виду шерифов и уполномоченных. И не потому, что они такие плохие. Проблема в рисках. Мои клиенты продают то, что нужно миллионам людей. Я лишь сокращал риски. Для копов, бандюков, да для всех. И все смотрели сквозь пальцы. Кроме тебя. То, что я построил, нельзя разобрать. Столько всего тут завязано. Слишком много жизней и репутаций. Ну, поздравляю, детектив. Теперь это все твое. О, боже. И что ты будешь делать с этим? Come on!
так вот, ребяточки. Ребята, теперь я сказочно пока.
Кафе. Отправляйте машину. Так, ну что, мы на финишной прямой. Осталось две главы, два эпизода. Thank you.
Все, товарищи, очередной шедевр Battlefield был пройден. 10 частей, 10 глав. Всем спасибо, всем пока. Возможно, подолбим еще маленькие ачивки, которые не выполнили, но это уже в следующей части.